Второй год подряд в Чебоксарах проходит чемпионат Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу. Чтобы выиграть, надо хотеть выиграть. Они хотят, но не могут. Тактика. Тактика – ботва. Главное – настрой. Тактика. Настрой. Тактика. Важны и тактика, и настрой, так считают участники соревнований, представители воинских частей, соединений и территориальных управлений Приволжского округа Росгвардии. 100 офицеров и все старше 35 лет в мини-футбол играли 14 команд. Тренировки не были настолько интенсивны, но мы больше работали тактически. В нашем возрасте уже физически тяжело готовиться, поэтому надо готовиться тактически. Все соперники достойны, со всеми все могут играть. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Это футбол. На соревнованиях разыграли два комплекта медалей. В двух группах лучшими стали команды из Удмуртии и Мордовии. Кстати, представителям Удмуртии удача улыбнулась уже во второй раз. Наши спортсмены замкнули тройку лидеров. Теперь победители будут защищать честь округа на всероссийских соревнованиях.